В рамках приватизации в этом году на продажу выставят 280 организаций, в следующем еще 84. Как сообщил сегодня министр национальной экономики Тимур Сулейменов, уже принято решение по способу реализации 22 активов. Процесс передачи компаний в частный сектор разработала Госкомиссия по вопросам модернизации. Чтобы обеспечить прозрачность и эффективность процесса, а также привлечь максимальное количество инвесторов, создан сайт privatization.gov.kz, где можно найти всю необходимую информацию об объектах. На IPO и SPO 8 крупнейших активов нашей страны, такие как Air Astana, Kazatomprom, Kazakhtelecom и так далее, планируется вывести в 2019-2020 годах. Кроме того, на Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики были приняты решения по способу реализации 22 активов из топ-64, в том числе 8 компаний республиканской собственности, 14 компаний ОФНБ Самрук-Казына и 150 компаний, портфельных компаний фонда.